Добрый день. Хотя я не пьющий, я не пью, но я собрал в этом году виноград. Сейчас я делаю спирт. Вот самогонный аппарат. Уже работает, а тут уже спирт. Потом к этому спирту добавлю анис и эту там пшеницу. И что еще можно добавить? Айву. И надо вот так, и будет, ну, как будто ликер такой-то вкусный, анисовый ликер. Вот так. Делаю, решил. Не думай, что я пью. Ну, вот я виноград, который собрал. У нас это можно, каждый имеет самогонный аппарат. И вот. Так, видишь, как капает. Вот он, этот класс. Ну, вот так и делишки. После этого, когда я уже один перец, так надо измерить, сколько там есть спирта. Сюда наливаем. Это чтобы посмотреть, сколько есть спирта. Сколько, не сколько, сколько градусов, чтобы знать. Вот, наверное. Потом берем измеритель. Сейчас посмотрим. Ух ты! Смотри, вот. Вот это главное, вот так. Надо вот так, чтобы было видно. Надо же, вот. Измеритель, сколько там? Ух ты, 90 вот это. Вот. Даже больше. Даже больше, чем 90. Вот 100, вот даже больше. Если 90 там, а где цифры? Не вижу. А вот. Вот так. Значит, вот 90. Вот если это 100, значит 90. Вот 90. 95 что-то. А, нет, 91. А, там мало осталось. Ну, 90-91. Хорошо.